На днях появилась новость, что певица Марайя Кэрри рассталась с 49-летним австралийским возлюбленным Джеймсом Пакером, за которого собиралась выйти замуж. Сообщалось, что Нику не нравилась ее расточительность. Как пишет от online.com, помощник Марайи подтвердил факт разрыва отношений артистки с миллиардером и рассказал истинную причину их расставания. Месяц назад Кэрри и Паркер отдыхали в Греции, где у них произошла ссора. Пара подралась, и с тех пор они не виделись. На данный момент Марайя и Джеймс не уверены в том, что смогут быть вместе, и думают сделать официальное заявление. Также, по словам источников, Паркеру не нравится публичность певицы, и он никак не может смириться с популярностью Кэрри.